Итак, мы приехали на Смиховский вокзал в Праге, который не главный. Там есть один поезд чешский. Драги. Здесь тоже видим поезд. И сейчас ждем мы на какой поезд? Я тоже нам снимаю. Супер. И какой мы поезд сейчас ждем? Который поедет из Карловых в Вар. Вообще-то нет. Нет, а откуда? Острава Карловы Вары. Ага. С6. А тут С6 дорога. Стоит. Не такой вот старенький вокзал. Смиховский. А мы много Сити Элефанта. Ну, расскажи, что ты знаешь про поезд, который сейчас приедет, Сити Элефант. Что ты про него знаешь? Сити Элефант, это не знаю. А кто? А какой сейчас приедет? Нормальная локомотива. Вон нормальный там локомотив с нормальными вагонами. А, то есть вот такой вот, как там, только с вагонами. Почему? Может, у меня... Да, вообще-то у меня... Потому что у меня телефон современный, я могу увеличивать, да. О, Пандалина! Извиняюсь, но обожаю Пандалина. Это самый Мирона любимый поезд, называется Пандалина. Ресторан. Давай посмотрим. Нет, не похоже. Тамирона самый любимый поезд. У него есть такой же игрушечный, которым он придет домой и будет потом играть. Здесь есть Wi-Fi. Вагон ресторан, но курить здесь нельзя. Вот он длинный-длинный. Проводники стоят сзади, спереди, когда они свистят. Это значит, что все люди зашли. Спереди и сзади. Все, двери закрываются. Поехала Пандалина. Куда она поехала? Узень. Сейчас мы сядем в поезд. Еще один ждем поезд. Какой? Пойдем пока поснимаем С6. Пойдем пока вот этот С6 поснимаем, который поедет до Бероуна. Ну да, но может быть кто-то его не видел из деток. Что его сказать? Ну расскажи что про него, что ты знаешь? Что ты взял его Кире или кому-то? Нет, я это видео выставлю на YouTube, и другие детки будут смотреть, как мы с тобой ходим на поезд. Как ты когда-то с дома смотрел? Да, что? Я тогда каждый день это видео выставлю. Да? Ты будешь что пересматривать видео? Так, а я уже вижу. С Мироном. И тут подъезжает какой-то просто реально детский поезд. С детскими вагонами. Полностью разрисованный. Но детей в нем нету. Вот такой вот локомотив. Становись, я тебя с ней сфотографирую, Мирон. Так, проверка связи. Все ли зашли? Они друг другу махнули. И поехали куда-то дальше радовать глаз детей и всех остальных. Может быть, это какая-то реклама. Даже не знаю, что это за локомотив, но очень красивый. Thank you.
так вот выглядит сам вокзал внутри. Там внизу метро. Также на вокзале можно купить разные игрушки для деток. Всякие туннели для дорог. Такой вот вокзал. Чешские драги. Это чешские дороги. Ну, то есть, как РЖД. И здесь расписание. Один поезд приехал, тоже чешские драги. Обычный чешский локомотив. Раз, два, три. Главный локомотив. И еще локомотив один подъезжает. Сзади к нему прям присоединяется. А этот поезд называется City Elephant. Это двухъярусный, двухэтажный поезд. Такой вот большой красавец. Можно разглядеть. Второй этаж. Новенький, кстати, сядутся, и он поедет дальше. Два поезда будут отходить одновременно. Чешские драги и City Elephant. Он даже впервые поехал. И все, пока-пока, City Elephant. С Мироном такую таблицу. А, это каждый номер поезда, вот из скольких вагонов он состоит, из каких. И где какие сиденья находятся, где место для велосипедов, где инвалидные места. Это... Откуда, куда они едут. А это карта всего пражского... всего пражского, как бы всех этих трамваев и автобусов. Поезда мы посмотрели, вот такие вот автобусы межгородние в Праге ходят с этого вокзала. Но мы сейчас поедем на трамвае, в зависимости от того, какой приедет. Есть старые вагончики, а есть новые. Там тоже разные. А вот и трамвай наш едет. Скинешь все свои видео в папку? Это еще метро мы точно не снимали. Это еще мы... Красавец, новенький трамвай. Вот он-то нас и довезет до дома. Мы с Мироном, с телефончиками, как две обезьянки.